Благодаря своему отцу я живу, а благодаря своему учителю я живу достойно. Так говорил Марк Аврелий. Дорогая наша Екатерина Борисовна, с вами мы прожили самые яркие моменты нашей школьной жизни. Вы научили нас идти до конца, несмотря на все преграды. Вы всегда относились к нам с пониманием. Вы всегда поддерживали нас в тяжелых ситуациях. Мы никогда не забудем ту любовь и заботу, которую вы дарили нам. Вы столько времени и сил вложили в наш класс. Мы запомним разные поездки, экскурсии, школьные огоньки. Мы запомним, как вы помогали нам готовиться к разным конкурсам и всегда нас поддерживали. Вы решали наши детские конфликты и поддерживали, когда случались несчастья и обиды. Для нас вы самый лучший учитель математики и классный руководитель. Спасибо вам, Екатерина Борисовна. Мы ваши ласточки, граждане и гуманитарии. Возвращаться, клянемся.